Всем привет, дорогие друзья, с вами Фай, у нас 28 октября, вовсю идет финальная стадия International, но помимо этого сегодня днем произошло тоже кое-что интересное, давайте быстренько это разберем. К слову, все анонсы с НДА будут в моем ТГ-канале, появляться быстрее, чем на Ютубе, так что можете туда подписаться. Ну и на канал тоже можете не забывать подписываться. Касательно того, что произошло сейчас, это у нас в мастерской появился первый сеттик на МРТу под названием Fire from Bayonet. По традиции моего канала, когда выходит на нового героя первый сет или на личность какую-то первый сет, то, соответственно, смотрим в формате видоса. Касательно самого сета, как по мне, смотрится вполне красиво, уместно, ничего лишнего нету и вполне тематически. Очевидно, напомню, что призыв к оружию у нас продлится до 27 ноября, еще целый месяц. Очевидно, что появится намного больше, возможно, более даже удачных сетов, но это уже тоже будем смотреть все в другом формате. К слову, в ТГ также иногда тут дропаю сеты с мастерской. Единственное, что мне не особо, возможно, нравится, как в игре это дело смотрится, но в любом случае, скорее да, чем нет. Как переосмысление, Муэрты очень даже хорошо. Ссылку на сет также оставлю в описании, хотя тут по нему материалов не очень много. На этом все. Можете написать у меня в комментариях. Всем удачи и всем пока.